Сотрудники МЧС России провели плановую проверку во Всероссийском детском центре во Владивостоке. Безопасные условия отдыха детей в летний период являются одним из приоритетных направлений в деятельности надзорных органов. Одним из элементов проверки стал запуск системы автоматической пожарной сигнализации. Кроме того, специалисты убедились в правильном проведении эвакуационных мероприятий. Особое внимание было уделено состоянию эвакуационных путей и выходов, наличию и исправному состоянию первичных средств пожаротушения, а также внутренних и наружных водоисточников. Главное управление МЧС России по Приморскому краю обращает особое внимание, что летний период несет в себе не только радость каникул, но и высокие риски для детей. При получении учебного сигнала тревоги прибыли к месту вызова. Проверили первый этаж дружины «Бригантина», 201-е помещение и рядом стоящие смежные помещения. Провели боевое развертывание. Такие учения на территории ВДЦ «Океан» проходят часто для того, чтобы мы своевременно смогли произвести тушение пожара.